режиссер Любимов, да, Андрюш? Любимов рассказывал историю эту. Любимов рассказывал такую историю, что однажды мы, говорит, сидели у Володи на кухне, говорит, и по соседству с ним жил Никита Михалков. Вот, и он только что приехал с арабских стран, пришел в гости, говорит, рассказывал что-то, какие-то истории про, говорит, про шаха, про шахиню, говорит, фантастику какую-то. И, говорит, и когда рассказал все, Володя его проводил, говорит, закрыл за мной дверь, заходит на кухню, говорит, а, говорит, как талантлив собака, а? Говорит, все наврал, а как интересно. Ну, вот следующая песня называется «Инструкция перед поездкой за рубеж». Только я закончил ковку и два план залудил, как в загранкомандировку от завода уходил. Копоть сажу смыл под душем, съел холодного язя и инструкцию послушал, что там можно, что нельзя. Там не рай, но все же лучше бы того, так чтоб я не отчебучил ни того. Он мне дал прочесть брошюру, как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский поп-город Будапешт. Ты ухши, сказал инструктор, постарайся уважать, экономно ешь хоть фрукты, чтобы марку поддержать. Случай был один из вятки инженер, так прост помер сухомятки, например. А на слухи и ебаты отвечай, я, ребят, демократы, только чай. Но стоял я у комфорки, как умерший инженер, сухари они в комфорте пригодят в КДР. Потому что в Будапеште уж такие времена, может, скажут, пейте, ешьте. Ну а может, ни хрена, я уж в Венгрии на рынок похожу, да на чешек, на румынок погляжу. Демократки, говорили кореша, не берут советских граждан ни гроша. Главный спец по демократам вдруг сказал мне: Коля, врежь, выпей с бывшим дипломатом за крушение надежд. Сам я был недопадким, молвил он и зарыдал, сам за тягу к демократкам в Будапеште пострадал. Ты меня, живя в комфорте, вспоминай и гляди, не выкинь фортель, Николай. От даров и баб сурово отвернись, мол, у нас добра такого, завались. Буржуазный, зараза, там всюду ходит по пятам, опасайся пуще глаза, ты в небрачных связей там. Там шпион с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно, могут действовать они не прямиком и умеют притвориться мужиком. Так что если вдруг вдвоем в купе возьмешь билет, проверяй, какого пола твой сосед. Тут давай его пытать я, опасаюсь, маху дам. Как проверить? Лезть под платье, так слабочь по мордам. Но инструктор парень дока, деловой, попробуй срежь. И опять пошла морока про, про столицу Бунгладеш. Объявляю, все, что знаю, для невежд, я, бля, волгаром уезжаю в Будапешт. Если темы там возникнут, раз и снять. Пить не нужно, а если не вникнут, разъяснять. Да я ж по ихнему ни слова, ни в духу и ни в тую. Молод мне, так и я любого в своего перебую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец. Сплю с женой, а мне не спится, дусь, а дусь. Может, я без заграницы обойдусь. Я ж не ихнего замеса, я ж сбегу. Да я ж на ихнем ни бельмес, ни гу-гу.
Дуся дремлет, как ребенок, на груди в жигули. Отвечает мне с просонок: знаешь, Коль, ты не зуди, что ты Коля больно робок. Я с тобой разведусь, 20 лет живем бок о бок, а все время Дуся, Дусь, обещал, забыл ты нечто, ох, хорош, что клеенку с Будапешт привезешь. Сбереги хоть пару рупий, не бузи, хоть чего, хоть черт в ступе привези. Я уснул, обняв супругу, Дусю бедную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не найдешь, сидят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и бесстыжие шпионки с Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят они с Поволжья, как и мы. Вот же женские домашки, провожала, стала петь. Отутюжила рубашку, так просто любо-дорого смотреть. До свидания, цех кузнечный, аж до гвоздика родной. До свидания, план мой встречный, перевыполненный мной. Пили мы, мне спирт в аорту проникал. Я весь путь к аэропорту проникал. К трапу я и слышу сзади будто лай. Да на кого ж ты нас покинул, Николай?